первый час по прошествии небольшого времени, полгода, да? Да. Мы уже видим плюсы, то есть были выявлены такие зачатки, еще не аварии, но зачаточные нарушения, которые выявляются именно при таких обходах. То есть у меня хоть и выведено сюда, к примеру, значит, все эти параметры, но я тоже не могу сидеть постоянно, и потом эти параметры, например, не покажут увеличенную вибрацию компрессора там или еще что-то. Я тоже визуально должен подойти и увидеть. Шум какой-то, шума я не слышу. Шум вентилятора, там, шум какой-то там, писк ременной передачи на кондиционерах, на этих. Двери. Да, да, да. Двери откатные. У нас высокоскоростные ворота, дорогие очень, швейцарские. Значит, это все они смотрят только уже визуально. А визуально он может увидеть только тогда, когда отметился на этой метке, что он там был. Значит, он там был. Это уже из опыта. Я даже не ожидал, вот, просто как эксплуатационник, что эффект будет такой. Что заранее мы уже кое-что можем прогнозировать. То есть я вижу температуры, вижу, кто работает, какие камеры работают, какие температуры, все. А дальше вот он уже скидывает ежедневный обход, я вхожу сюда, вижу, где он был, где он не был. Вот пришли ребята из сервисной компании, которые регулярно используют наше решение. Мы можем, наверное, больше Бронислава Евгеньевича не задерживать и можем, в общем-то, пройти на объект, посмотреть. Программа себя включает, короче говоря, в базу данных. То есть сегодня мы проходим по визуальному осмотру, посмотрим исправность оборудования, чтобы не было как бы лишних шумов. Если какие-то замечания, у нас по базе данных завносится. То есть, образно говоря, посмотреть. На каждом этаже, на каждом как бы под объект, как визуально осмотр проходим, у нас есть RF-метки. RF-метки отмечаются вот этим вот прибором. Да, нажать эти кнопочки. И у нас всплывают вот, как бы окошки рабочие. Где мы отмечаем непосредственно. Если там есть замечания, можно внести комментарии. Если нет, мы проходим как бы по стандартной схеме, пишем замечания. То есть, что мы смотрим? Тут наше сейчас задание. Посмотрите, температура на камерах стоят датчики, на камерах температурный режим. Когда мы смотрим, это у нас тепловой этаж, поэтому у нас где-то не, скажем, от 9 до плюс 1 градуса по камерам. Если есть какие-то отклонения, естественно, мы смотрим оборудование, что случилось. Вот висит энергетик на этаже. Смотрим, будет работать. То есть мы нажимаем кнопочку, прошел сигнал, видите, пишется по этажу. Холодильник номер 1, первый этаж, да, мы смотрим. То есть у нас по оборудованию замечаний нет. Если есть какие-то замечания, можно внести незначительные замечания, либо серьезные замечания. Ну, сейчас примерно, давайте посмотрим так, потом перебьем. Например, серьезные замечания мы пишем. Есть список определенных замечаний, которые у нас может быть по объекту. То бишь, также линейка. Мы его можем передвинуть, либо выдвинуть, выбрать из стандарта, либо внести свои комментарии, что нам не нравится по оборудованию. То есть мы вносим дефекты, записываем, запоминаем, и оно у нас отобразится уже как бы уйдет по программе в центр обработки данных. Также у нас есть как бы дополнительный контроль. Датчик обработки первого этажа. Вот эти вот циферки, это тоже самая температура, как мы видим вот на каждой камере. Это отображение тоже температуры. То есть мы можем сравнить здесь, там, в трех местах. Отсюда мы делаем некоторые, много, как бы там, или корректировки, или изменения, или пишем, да, как оно есть. Если мы нажмем бы, вот этот ежемесячный осмотр, ну допустим, я вам назову, ежемесячный осмотр. Это осмотр, проходящий раз в месяц. То есть снимаются показания ежемесячно по непосредственно, ну да, более длительный осмотр. В него входит каждая вент-камера, каждая установка, ее рабочие токи, напряжение, в общем, температура и так далее. Температура, ну, грубо говоря, сейчас опять же могу показать, существует. Определить температуру каждого компрессора и забивать сюда, например.
ходим с электрическими ключами, проверяем каждый проводок по напряжению, определяем силу тока, который потребляет его, да, и также вольтаж, который непосредственно идет на оборудование. Опять же, это все потом данные переносятся на всем центру. Это не полдепкость, ежедневно осмотр, это только ежемесячно. Также есть у нас ежегодный и ежеквартальный. Поэтому по списку это посмотреть. Ежегодный осмотр есть, ежеквартальный осмотр есть, ежедневный обход. Вот ежедневный обход, это, грубо говоря, это только визуально. Все остальные приборные показания. Давайте посмотрим пирометр. Это вот температура, которую мы можем определить, допустим. Здесь 51, 52, там 59 примерно температура там определяем. По полной пирометру. Потом эти данные, когда мы сбросим, ну это я вам показал просто, как что она может. Потом эти данные, естественно, мы, они у нас остаются, мы перекидываем. А скажите, будет красный. До внедрения этой системы как вы видели? До внедрения системы никак. То есть это ежедневный осмотр у нас нигде не отмечался. То есть журнала не было? Нет, по ежедневному не было. Ежемесячно, естественно, у нас есть сервисные листы, где мы пишем. То есть мы как и здесь, только, скажем так, тут мы уже ничего не пишем. Мы также ходим с клещами, также ходим с спирометром, термометрами, манометрами. Ручкой, да. То есть тут ручка на бумаге, а тут электронный вид. Это тут у нас ряд конденсатор стоит, также вот на крыше. Вот, вентиляционная вытяжная система.